Грузовик, собранный спортивной общественностью края помощью для приморских военнослужащих, отправился в воинскую часть 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На акцию по сбору помощи активно откликнулись сотни приморских спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций учреждений. В пункт сбора, организованный на главной спортивной арене Приморья в спорткомплексе «Олимпиец», все желающие привозили медикаменты, одежду, технические средства. За неделю собрали несколько тонн. Министерство физической культуры и спорта Приморского края совместно со спортивной общественностью, это подведомственные учреждения нашего министерства, общественные спортивные федерации, спортивные школы и все участники спортивной деятельности со своей гражданской позиции решили поддержать наших ребят, которые сегодня достойно выполняют свой гражданский долг. Мы собрали всякую различную помощь, это продукты питания, медикаменты и прочие принадлежности, которые требует сегодня ситуация. И сегодня это все будет доставлено в войсковые части по требованию. Спортсмены погрузили в машину несколько генераторов, коробки с предметами первой необходимости, медикаменты, теплые вещи. Все это пригодится нашим землякам, находящимся сейчас на передовой, уверен директор муниципальной спортивной школы «Бастион» Владивостока, исполняющий обязанности руководителя Федерации КУДО Дальневосточного федерального округа Вячеслав Иванов. Здорово, что Министерство спорта инициировало такую акцию. На самом деле, это хорошая традиция, это на самом деле историческая традиция, ведь еще нашим дедам собирали посылки на фронт Великую Отечественную, ну, всей страной, начиная там от варежек, рукавичек, носков, платков, продуктов питания и всего остального. Это нормально, это люди должны понимать, что это необходимо делать, и там ребята, которые это получают, во-первых, им, возможно, чего-то не хватает, и это будет им получить, опять же, от ребят, от спортсменов, я думаю, что приятно.